Здравствуйте, дорогие гости и подписчики канала. Сейчас я вам покажу, как же из видео в ТикТоке сделать себе живые обои на ваш прекрасный смартфон. Итак, для этого нам надо, очевидно, зайти в ТикТок. Зашли? Хорошо. Дальше нам надо нажать вот эту стрелочку. На экране я дам вам подсказку, где же эта стрелочка. Окей, теперь нам надо немножко полистать в сторону и нажать на живое фото. Все, зафиксировали это. И нам TikTok предлагает установить плагин. Мы нажимаем «Установить сейчас». Нас перекидывает в Play Market. Нажимаем «Установить» и ожидаем. Так, установка прошла успешно. Возвращаемся в наш TikTok. Нажимаем стрелочку, нажимаем «Живое фото» и «Установить фоновый рисунок». Я выбираю только на главный экран и все. Вот смотрите. Теперь видео из ТикТока будет как живые обои в нашем смартфоне. Все, ребята, если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментарии. Я стараюсь всегда помогать. И мои подписчики, за что я им благодарен, тоже иногда, да, это не часто происходит, но все-таки иногда они тоже помогают другим. Все, желаю вам удачи и хорошего настроения.